Здорово! Ну что, продолжаем с тобой проходить Вархаммера 40. Спасти Марину. Там чудовищные эти отвратительные чудища летают. Пойдем прогуляемся. Лейтенант! Да и... А чё над вами надписи? Что вы нахуй? Блять, все такие страшные. Это вообще страшная вселенная, блять. Ну-ка, там что делают? Че ты хочешь ее оторвать, что ли? Ты придурок. Ладно, нахуй. Вот это удержание, блядь, это раздражает. А чё пароли везде все одинаковые? Акеран, блядь. Черепа летающие. А свечки тебе зачем, блядь? Зачем тебе свечки на башке? Милорд, лейтенант Чит на службу прибыл. Дровосек. Пусть сержант Гадриэль явится на мостик. Как твои раны? Заживают. Скажу прямо, Тит. Меня весьма беспокоит твое возвращение. Возникнут вопросы, подозрения. Я не могу допустить раздора. А это не с первой части тоже чувак бородатый, не? Ты теперь лейтенант. Для тебя это проблема? Нет, капитан. Хорошо. Против нас флот осколок тиранидов. Они атаковали две наши планеты. Мир Ули-Аваракс и Кадаку, где ты был ранен. Мы оставим Кадаку. Там в основном исследовательские базы Adeptus Mechanicus. Мы эвакуируем ключевые активы и персонал. Эти орбитальные пушки защищают наше воздушное пространство. Тиранидам это известно. Спустись на планету и защити орудие. Капитан, вы вызывали? Сержант, это лейтенант Тит. Отныне он будет возглавлять твой отряд. Сэр. Через полчаса жду доклада с поверхности. Свободны. Чё это ты так на нас это реагируешь, блядь? Прости мое замешательство. Я не ожидал подобного развития событий. Как и я. Сержант Гадриэль, избавитель готов к вылету. Брат Кайрон, это лейтенант Тит. Он возглавит наш отряд. Вот как? Что ж, буду рад служить под началом столь опытного командира. Остальные бойцы отряда готовы? Уже ждут на взлетной палубе. Хорошо, вылетаем немедленно. Так, сейчас еще посмотрю, что это у нас. Взаимодействие. Понятно. Не вступать в бой с флотом Ули. Держать дистанцию. Сохраняю дистанцию. А, я туда пришел. Или не оттуда я пришел. А, я отсюда пришел. Ну и ладно. Там все равно нихуя. Тупики одни. А, ну еще я недавно прошел это. Ghost of Tsushima. Ну, что можно сказать, типа. Ну, играю на уровне ассасинов. Катианцы потеряли контроль над орбитальными пушками.
Да вся, конечно, там лучше. Там раскрывается уже персонаж, типа его прошлое. Вот. То есть DLC сделано по сюжету получше, чем оригинал. Точнее, ну, чем основная компания. А так, вроде бы, ничего. Рубить весело на уровне орков в Middle Earth Shadow of Mordor. Или Shadow of War. Тоже. Ну, весело там было орков рубить. Также в этом монголов весело тоже рубить. Ну, конечно же, Shadow of Mordor и War, Shadow of War было поинтереснее орков бить, чем ежели монголов. Потому что там была куча разных способностей, можно было, типа, каждыми способностями, там, типа, все быстро делать, типа, как Бэтмен. А в Ghost of Tsushima, естественно, нет никакой ни магии, ничего. Типа, история. Ну, типа, история. Вот, и переключение стоек, вот это вот, следить за всеми врагами. То есть приходится тайминги выдерживать, ждать, когда ты уже сделал удар, потом нажал, переключился. Вот, слава богу, на клаве есть кнопочки, а так вообще там же, типа, блядь, нажимаешь кнопочку, у тебя там выбор стойки, ты только вот это выбираешь. Вот, а так на циферке можно побырмать. Че он так все палит на меня? Рассматривает, оценивает. Служил в карауле? Да. Да. Должно быть, это большая честь. Нигеру смешно. Буду рад служить с тобой. Приближаемся к зоне высадки. Идем. Блять, да чё звук-то запаздывает? Это из-за записи. Более 200 лет. То есть, ну понятно, та девчонка с первой части, ее уже нет в живых. Да и той команды. Я не помню, надо пристрелить. Вот этот бородач, который был капитаном. Возможно, он тот с первой части, который нас типа и предал. Настучал на нас. Я не помню, кто там настучал. То ли там молодой какой-то был. А, нет, там вроде молодой, да, был? Лысый какой-то на нас настучал. Майор Саргана, 8-й Кодианский. Майор, какая ситуация? Проклятые твари захватили орбитальные пушки. Оттеснили нас в этот лагерь и готовят массированное нападение. Лерао, вы с Альтаром и Алеоном останетесь здесь защищать лагерь. Есть, брат. Майор, мы должны добраться до пушек. Да, милорд. Прошу за мной. Этот уже... Обстановка ухудшилась! Проклятые горгульи заполонили небо! Горгули? Захватили орбитальные пушки. Кадаку. Да! В таких условиях нанести контрудар будет затруднительно. Положитесь на нас. Лях на меня. Блять, смотри, какие они маленькие вообще человечки. То есть реально, мы, блядь, по 3 метра роста. Ебать нахуй. Она ее чисто по члену, вот реально ей просто раз в рот и засунул такой. Мы поможем с обороной. Блять. Так, здесь у нас ничего нету. Че не лежит? Ебать, там баталия. Они наступают.
режим ярости. Ультрашмара! Оба, оба. На нахуй. Милорд, докладывают о приближении нескольких раев. Укажите направление. Отправляю координаты на Аустекс. Стимуляторы. Да сможем, сможем. На тебя, сука. А че их не добиваете? На тебя, сука, на нахуй, на, блядь. Добивай пизду эту. Сука, на тебя, блядь. На нахуй, на, блядь. На, блядь. На тебя, куда ты там? Сука, на тебя, блядь, тварь. Кто там шмаляет? Пошел нахуй. Бить нахуй. Располняю запас. Применила сволочную гранату. Ах ты, сука. Добивание тебе. Пинка тебе. Кто там ранен? Пошел в жопу, блядь. Ёб. Ебать. Вот это Helldivers. Выжгли там все нахуй хуям. Так, я, наверное, знаете, что сделаю? Орбитальные пушки на другой стороне болота. Да, вот так вот и сделаю. Тираниды могут устроить засаду. Так, у меня такая уже есть, да? Замечательно. Тяжелый. Полагаю, Рой пришел отсюда. Повсюду эта мерзость. Живые органические машины. Да. Все это их корабли, их коконы. Само их существование — ересь. Мы проредим их ряды, брат. Пойдем. А есть какие-нибудь записи, что-нибудь еще? Заряжаю оружие! Не, я, видать, их собирал уже, это и даже сам не заметил, да? Так. Браво! Не останавливайтесь!
Ах ты, сука такая. На тебе нахуй. Да кто там, блядь? Надо перезарядиться. Ну, а там что-то светится. Заряжаю оружие. Нашел боеприпасы. Собираю снаряжение. Ну ладно, я сейчас с кинжалом похожу. Собираю припасы. Здесь припас. Император защищает. Оба, они в ярости, да? Ах ты, сука такая. Знаете. Цель уничтожена. Перезаряжаюсь. Я жду большего от кадианцев. Орбитальные пушки — ощутимая потеря. И они дорого за нее заплатили. А численность врагов весьма велика. Лучше по восьмому полку постараться. Тебе знаком этот противник, брат? Да. Чем тираниды отличаются от прочих ксеносов? Это беспощадная зараза. И они хитры. Под контролем разума Улья все действуют как один. А, такой же, да, мне пистолет? Будьте осторожны. Споры взрываются, когда рядом опасность. Так используем момент и уничтожим. Меняю магазин. Блять, какая детализация это оружие? Мне кажется, это ни разу не честь была. Нашел боеприпасы. Заряжаю оружие.
А их надо вообще уничтожать? Восполняю запас. Стимулятора. А давай. Чем просто валяются? Ну чё, тупые, блядь, не можете его убить? Нахуй. Надо перезарядиться. Нашел боеприпасы. Гранаты есть. Собираю припасы. Ёбаный. Меняю магазин. Осколочная граната. За приморка. Токсин Экселеса. Ёбаный. Восполняю запас. Пора за работу. Это я возьму. Так, с гранатометом, да? Угу, прикольно. Давай, пинай, блядь. Самый короткий путь через болото. Идем туда. Нет, болото кишит ксеносами. В русле реки есть бункер. Пройдем через него. Но мы потратим куда больше времени. Мы не пожертвуем стратегией ради скорости. Как прикажешь. Что-то ему уже не нравлюсь, да? Лейтенант, капитан Акиран дал нам новый приказ. Дальше вы сами по себе. Понял. Спасибо, Лирео. Увидимся на Несокрушимом. Так, что тут у нас гранаты? Боезапасы. Вот и они, орбитальные пушки. Надо перезарядиться. Нашел боеприпасы. Ну, что там такие?
боеприпасы. Блять, побежали там уже куда-то все. Пиздец, нихера. Морозина. Готово. Сэр, я слышу, идет подкрепление. Собираю припасы. Подожди. Что там есть, интересно? Смотри, планшет. Капитан Айден отдал приказ. И в глубине души я почувствовал страх. Знал, что так быть не должно. Думал, долгие тренировки выбили это из меня. Я покинул свой пост еще до того, как возникла реальная опасность. Куда я вообще собирался бежать? Мое наказание грядет. Я его заслужил. Где еще у нас? Болт, карабин. Чудесный дар кузницы. Заряжаю оружие. Ну, в смысле, ты обычно, да? С этим я их уничтожу. Почему ангелы? Симулятор. Хватит тебе уже. Вы хотели оставить пост, гвардейцы? Никогда, командир! Мы их закрыли. На большее сил не хватило. Открыть ворота! Есть, милорд. Открыть ворота! Но, сэр, вы сказали... Открывай, я сказал! Наступают, нам их не удержать. Ты будешь служить императору, солдат. Спокойно, дал на жизнь. На позиции. Кидайте им себя дружить. Что они делают? Пытаются забраться сюда. Не заряжайте. Славленная гитянская храбрость. Еще один готов. Да,
что нашел. Ёбаный. Отходите, блядь. Что, все, кто спасся, что ли? Через вар... Да, уёбывайте нахуй. Майор Саркана. Говорите! Мы встретили один из ваших отрядов. Спасибо, милорд. Я дам им новый приказ. Путь свободен. Идем. Святая Терра. Я сражался бок о бок с космическим десантом. Да, обосраться. Здесь была бойня. Не оправдание для трусости. Тяжелый. Болт, карабин. Замечательно. Ебать тут, конечно. О-о-о. Пора за работу. Вот эта пушка мне больше понравилась. Собираю снаряжение. Это то сейчас была типа одна стадия или как вообще? Я не понимаю. Или вот это есть все одна стадия? Так, мне туда. Блять, одни и те же мечи валяются. Ну хотя бы разнообразие, такое ощущение, как будто они здесь ломаются. А, это я уже читал, да? Правда, эта пушка долго перезаряжается. Что светится? А, просто фонарик. Алтарь какой-то? Или что это? Опять меч. Повторяю, ждем приказа о наступлении. Майор, вы на связи. Говорит лейтенант Тит. Назовитесь. Вот пистолет. Капитан Айден, сэр. Канал дальней связи был поврежден в бою. Они где-то рядом.
Держитесь, капитан. Мы скоро будем. Что у нас опять нихера, да? О, тяжелый был. Это мне пригодится. Ну нахуй, физика, все из-под ног нахуй летает. Как тебе, сука? Так, что есть у нас? Заряжаю! О, плазменный пистолет. Чудесный дар кузницы. Кое-что нашел. Заряжаю оружие. На тебя, сука. Так, чё тут больше нет ни хера, да? Тебе жизнь полная. Ну давай. Саркана. На связи. Мы установили контакт с капитаном Айденом. Айден? Я думал, он погиб. Двигаемся к его позиции. Можете нас соединить? Сейчас. Угу, блять, разбежалась. Thank you.
имя императора. Есть контакт. Говорите, майор. Какие вы маленькие. Капитан Айден, я думал, вы мертвы. Как бы не так, мэм. Такая доза река. Вы непробиваемы, как Крокс. Сочту за комплимент. Айден, нужно отбить орбитальные пушки. Бронетехника наготове. Тогда за дело, капитан. Слушаюсь. Покажем им кадианскую ярость. Гвардейцы, сразитесь во имя императора. С радостью, милорд. Ёб ты, блять, в рот. Только посмотри на это все. Еба. Тут масштаб. У нас на пути проклятые ворота. Мы разберемся с этим. Пульт управления где-то поблизости. Солдаты, за дело. Пульт управления в той башне. Тогда нам туда. Меняй старый патрон на новые. А тут нет, да нихера. А не симулятор. Ах ты, сука. Йоу-йоу-йоу. Так. Что-то еще интересного. Всякая шляпа. Ой, сейчас задавит, задавит. Нет, свой здесь не давит. Давай, погнали. Планировку, милорд.
Да хули им чему-то учиться. Где, где? Ты сука такая. Ёбаный ты в рот. Что-то какая-то это хуйня, а не плазма пистолет. Слава императору! Валькирия готова. Выдвигаюсь к вам. Ой, блядь. Что сейчас с ним было? Чисто! Запускайте орудие! Живо! Пробьем в кораблях ульях дыры такого размера, что туда фрегат пройдет. Он не даст нам это сделать без боя. Он? Разум улья. Мощное коллективное сознание тиранидов. Нельзя его недооценивать. Майор, орудия полностью разряжены. Нужно время, чтобы пробудить дух машины. Живее! Тираниды дух машин? Свои силы на эти позиции. Это майор Саркана. Немедленно перебросить второй и третий взводы к орбитальным пушкам. Так точно! Покажем уродам, из чего сделан восьмой полк! За Гарию! Вы прием. Пятнадцать минут спустя. Майор, ебать! Мои солдаты на позиции. Будут держать оборону. Враги полезут по стенам. Не пускайте их. Не собирались. Так. Это дает нам шанс. Прорвали северную стену. Сосредоточьтесь, огонь. Не останавливаться. Самоостанавливающие сюда. Да вы чё, блять, издеваетесь что ли? Thank you.
меня уже гранат, блядь, нету. Да иду я, иду, иду. Восполняю запас. Заряжаю патрон. Катя, стой. Собираю припасы. Что нашел. А, осколочный. Крак граната. Весь цели. Да не, металл лучше осколочный. Помогайте по возможности, но не задерживайтесь. Наша цель — система наведения. Есть, Мила. Что-то ни одной записи больше не вижу. Меч. Ну, меч у меня есть. О, вот запись. Нашел боеприпасы. Это мне пригодится. Да ебаный тебе в рот. Вот смотри, видишь, за черный там, блядь, ну, как будто, нахуя вам эти полоски, блядь, придурочные вы. Давайте там. Один готов. Собираю припасы. На жопу мою кройте. Давайте кроем.
Ебать их там. Здорово, еще один. Ребятки, где вы там? Да мне он лошадь ебаная стреляет. Звонили, ошиблись. Спрашивают, апельсиновую начинку. Думаю, какая апельсиновая начинка? Я сейчас тебя вот просто вот тебе сделаю так вот. Неприятель устранен. Долго мы еще будем ходить? О, наконец-то. Восполняю запас. Какой? Где эта антенна? Ёбаный ты в рот. Осторожно, мины! Враги нацелены на антенну! Ёбаный! Снаряжение наготове! Обосраться! Ах ты, сука такая. Император защищает. Блять, так надо бежать ко второй. Да подожди ты. Где эта антенна? Так-то лучше.
Ёбаный вас в рот. Ебать вас тут. Блять, я вообще без патронов, да? Так, мне надо хоть что-нибудь. Еще один. Заряжаю оружие. Я ж тебя добью, блять, твари. На тебя, сука, на. Псайкер ксеносов убит. Да ты... охуел совсем, что ли? Так, он вижу аптечку. Да-да-да. Где там терминал-то? Цели выбраны. Посмотрим, как будут гореть эти нечестивые корабли. Хера там. Это порвало. Лейтенант, у капитана Акерана для вас новые приказы. Хорошо. А что за редактировать отряд? Они пытались взять числом, пришлось разделиться. К тому моменту, как мы отразили нападение, Элеон был уже мертв. Нечто проделало дыру прямо в его шлеме. Я должен был пойти с вами. Жаль, что он не смог увидеть крушение корабля Улья. Я сражался плечом к плечу с Элеоном 20 лет. Его не могли одолеть хармагаунты. Там внизу есть существа куда смертоноснее хармагаунтов. Тебе не следовало разделять отряд. Он пал в бою, сержант. Таков наш долг. Я не забываю братьев так быстро. А. Понятно.
я там не смогу пройти? Не смогу. Прогресс еще. Так, ну я так понял, глава закончилась. Мне сказали, ты прибыл с лордом Калгаром. Ты сражался с ним на Вигалусе? Я сотни раз читал отчеты об этой битве. Давайте так вот уже встанем. Я исполнял свой долг в ином месте. У тебя необычный послужной список. С этим мне повезло. Угу, ебать, как повезло. Мне вообще нужны разведчики на этой позиции. Капитан, подойди сюда. Капитан, механикус на линии. Они подождут. Это Нозик Бета-12, Архимагас Механикус. Должен был прибыть сюда уже час назад, но отказывается покидать Кадаку без данных из его лабораторий. Сейчас он на базе Имперской гвардии. Его лаборатория неподалеку. Враг приближается и скоро полностью захватит эту базу. Нозик незаменим. Добудьте данные и эвакуируйте его. Добывающая установка. Если мы разрушим резервуары и направим поток в долину, мы сможем зажечь поля вокруг базы. Поджарим их прометием. Я выделю тебе небольшую команду, которая этим займется. Трое бойцов, не больше. Веди их в курс дела. Есть, капитан. Добывать данные для Механикус? Мы же Астартес. Тит, Лирео, готовимся к вылету. Ожидаю команды. Так, ну все, на этом все. Прошли еще одну главу. Ну, я так думаю, что это была сейчас глава. Все, а не все-таки там две главы. Так, все, давай, счастливо.